пельмени в Омске. Хорошие пельмени — это очень-очень вкусно. На самом деле рецепт простой: много мяса, мало теста. Хорошие пельмени — это очень-очень вкусно. На самом деле рецепт простой: много мяса, мало теста. Хорошие пельмени — это очень-очень вкусно. На самом деле рецепт простой: много мяса, мало теста. Хорошие пельмени — это очень-очень вкусно. На самом деле рецепт простой: много мяса, мало теста. Сперва выкладываем великолепный рубленый фарш, лук, сладких сортов для образования бульончика. С добавлением сливочного масла готовим тонкое яичное тесто. И перец совсем немного. Много мяса, мало теста. Вот он, настоящий пельмень. А внутри много-много мяса, мало теста. Вот он, настоящий пельмень. А внутри много-много мяса, мало теста. Хорошие пельмени — это очень-очень вкусно. На самом деле рецепт простой: много мяса, мало теста. Хорошие пельмени — это очень-очень вкусно. На самом деле рецепт простой: много мяса, мало теста. We'll be right back.
Много мяса, мало теста. Хорошие пельмени — это очень вкусно.
очень вкусно. На самом деле рецепт простой. Много мяса, мало теста. Хорошие пельмени, это очень-очень вкусно. На самом деле рецепт простой. Много мяса, мало теста. Хорошие пельмени, это очень-очень вкусно. На самом деле рецепт простой. Много мяса, мало теста. Сперва выкладываем великолепный рубленый фарш. Лук, сладких сортов для образования бульончика. С добавлением сливочного масла готовим тонкое яичное тесто. И перец совсем немного. Много мяса, мало теста. Вот он, настоящий пельмень. А внутри много-много мяса, мало теста. Вот он, настоящий пельмень. А внутри много-много мяса, мало теста. Хорошие пельмени, это очень-очень вкусно. На самом деле рецепт простой. Много мяса,